моя дочка. И однажды она станет величайшим художником в мире. Как тебе, Лои? Хорошее имя для сцены? Для сцены? Великолепная Лои! Простите, сэр, но вам нужна другая. Она слишком холодная. Едва ли. Париж, вот где вы должны танцевать. Там ценятся авангардистки. Откуда вы такая? Из Америки. А это что за механизм? Электрические прожекторы. Для красоты. Даю вам 2 недели. А эту можно удлинить. Если все провалится, вылетите обе. Все ясно. Сцена первая. Голубые огни прожекторов светят из правого угла. Полы платья развиваются над головой. Вы были ослепительны. Арман Дюбаншель, директор Гран-Опера. Мы возродим это место в новом столетии. Я ищу мисс Лои Фуллер. Айсидора? Какая грация. Только бы девчонка справилась. Это всего лишь театр. Не поддавайтесь ему чарам. Считаете, у нее есть талант? Вам нужна она. Думаете, я обманулась? Думаю, вам ни за что не найти человека, который ранит вас больно.